Государство в огромной степени участвует во всех экономиках. Я имею в виду ведущие, даже не Китай, ведущие западные экономики. В гораздо большей степени, чем у нас. У нас проблема, что крупнейшие компании, сырьевые, банки, находятся в руках государства. Но вот скажем инновации. Скажем, в Британии существует программа выращивания 50 огромных мировых инновационных компаний. В Британии это оплот либерализма. Тем не менее, они не брезгуют такой, у них руками ведут эти компании. Кредиты им дешевые дают, заказы им дают. Причем это не стартапы, это уже работающие сильные компании. Таких методов очень много. Управление научно-техническим прогрессом. Значит, выстраивание перспективы, что сегодня актуально, что будет актуально, какие технические решения через год, через 5, через 20. Это все методы управления хозяйством, рыночным системой, рыночным хозяйством, понимаете? Поэтому возврат к плановому не нужен. Наработаны за последние десятилетия очень интенсивные, энергичные методы очень энергичного воздействия на хозяйство. Их надо осваивать, а не планово возвращаться.